Всем привет! Добро пожаловать на обзор грузовика Volvo FNL63D 2003 года выпуска. Стоимость данного грузовика составляет 2 миллиона 650 тысяч рублей. Это будет краткий обзор. Как я уже упоминал, к сожалению, двигатель мы заводить не будем. Двигатель здесь 15 литров, 400 лошадиных сил. Электрорегулируемые зеркала. Аудиосистема Prology. Также рация, кондиционер. Если я не ошибаюсь, 16-ступенчатая коробка. Различные боксы для вещей, подсветка, также спалка, климатическая установка, температура, розетка. Здесь их две на 12 вольт. Также подсветка, колонки. Подлокотник. Пульт управления аудиосистемой. Аккумуляторы. Рефрижератор. Также здесь многие, наверное, уже заметили, стоят фары от Lada Priora.
вставки под дерево. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя и до встречи в следующий раз.